Итак, ладно, все. Заканчиваем перерыв и погнали дальше по сюжету. Надеюсь, в этот раз мы сможем нормально пойти по сюжету. И нас не отвлекут сайдами снова. Сита. Так, а дождь все еще не прекращается. Слушайте, а вот там интересные руины. Надо пойти посмотреть. Отсюда пришел сигнал СОС. Давайте обыщем все это место. Да. Никаких следов использования сил Урабороса. Зато много следов. Хотя, похоже, все они от сапог поисковой группы. Больше ничего нет? Должны быть какие-то следы выживших. Что есть, то есть. Но это странно. Как странно. Здесь все следы, но ничего не указывает на то, что кто-то уходил. Ты хочешь сказать, что их убили? Ну, прости. О, нет. Кайра. Найл. Видите, что я вам говорил? Я был уверен, что они появятся. Не забудьте раздеть их трупы. На этой неделе мы будем нормально питаться. Почему? Почему вы не можете просто оставить нас в покое? Зачем мы берем этих солдат с собой? Успокойся, Найл. Мэтью. Знаешь почему, конечно же. Да, но... Некоторые из наших людей были солдатами. Подумай о них. Это бессмысленно. Найл. Разве мы не сделали достаточно? Мы могли бы просто держаться в стороне. Но мы все еще делаем это. И теперь Кайра мертва.
Ты здесь, Найл? Почему ты в темноте? Уходи. С Мёбиусами или без них ничего не изменится. В конце концов, люди всегда будут убивать людей. Эти солдаты все еще были частью цикла. Наверняка их контролировали. Сомневаюсь. У них не было красных ирисов. Они убили Кайру только для того, чтобы удалить свой собственный голод. Но не всегда так. Все не всегда так. Ты всегда живешь в сказочной стране. Найл? Ты не можешь сделать всех счастливыми. Почему ты не понимаешь, что это невозможно? Знаешь, дедушка всегда говорил, истинный конец наступает, когда ты сдаешься. Тогда покажи мне. Этот мир, где никто не должен умирать. Сделай его реальностью. Ты думаешь, что сможешь это сделать, да? Ты думаешь, что ты способен на это? Я... Ну я... Вот, не могу это сделать. Не могу! Мы еще не можем быть уверены, что она мертва. Даже следы. Небольшая стычка поисковой группы может быть совершенно не связана с этим. Головой я понимаю, да, но... Чувства говорят об обратном. Боже. Ненавижу это. Что ненавидишь? Наши тела. Если бы мы только превращались в оболочки, как солдаты. Но нет, мы исчезаем без следа. Никаких улик, ничего. Я понимаю твою тревогу. Но не теряй надежды. Я понимаю. Вы, ребят, могу я вам помочь чем-то? Ты еще не ел, верно? Давай. Народ, выше нос. Я не подавлен или что-то в этом роде. Я знаю, что нет. Я не это имел в виду. У нас тут небольшой праздник. Нет ничего лучше небольшого праздника для укрепления отношений. Да, тебе действительно очень нравится эта идея, да? Ну, спасибо. Мэтью, если ты не возражаешь, мне бы хотелось услышать о ней, о твоей сестре. Что случилось с Найл и так далее? Я ни в коем случае не заставляю тебя. Нет. Все в порядке. Это случилось... В день падения города. Мёбиус. Найл, дедушка. Мэтью. Дедушка, позаботься. А Найл, я в будущем. Деда! Все в твоих руках, Мэтью. Когда я пришел в себя, я был весь в порезах и синяках. И тогда Эй была той, кто заботилась обо мне и вернула меня к жизни. Она сказала, что случайно наткнулась на меня во время своих путешествий. Понятно. Вот почему. Дело не только в этом. Дело и в нем.
тот ублюдок Мёбиус. Я обязательно его! Этими руками! Ты ничуть не изменился, на мой взгляд. Ты считаешь, что я похож на него? Не нужно мне говорить то, что я знаю. Так почему ты выглядишь так? Логос является мужской личностью. Неума — это женская личность. Уси должен был стоять где-то между ними, образуя процесс от Тринити. Так что я не вижу в этом ничего необычного. Понятно. А Мэтью знает? Что случилось с тобой, Альфой? Почему вы разделились? Это было непредвиденно, что Мёбиусы и люди будут обладать такой силой. Но, к счастью, это освободило меня от оков. От оков Уси. Оковы? Как вы, возможно, знаете, и это, конечно, очевидно для тебя, Шелк, исток создан на основе архитектуры ядра Уси. Мелия рассказывала мне об этом. Она назвала это подарком Алвиса. Усия была арбитром. И таким образом, опираясь на существование, возможное мнение других, Логоса и Пневмы. Короче говоря, без них двоих, он просто машина. Первоначальное я, Алвис, был создан Клаусом. И он принял на себя сожаление этого человека, поскольку был рожден в этом мире, поэтому он и смог помочь вам. Но его больше нет. Оставшийся я — это просто машина. А машины не знают сочувствия. Вот почему он предпринял шаг, чтобы стереть этот мир. Чтобы создать новое будущее на его место. Обломки прошлого и шум, пропитывающий настоящее. Ваша жизнь для него лишняя. Усия пришел к выводу, что сохранять следует только новую жизнь людей города. Усия, называвшийся себя Альфой, собирается повести жителей города в путешествие к новому миру. А старый мир должен быть стерт. Но все сорвалось из-за вмешательства Энн. Но это еще не все. В любом случае, я смогла разделиться от Альфы. Воспоминания о путешествии с тобой и все остальные слабые воспоминания, они составляют меня. Можешь называть меня его совестью. И это то, что говорит нам его совесть? Нет такой жизни, которая заслуживает того, чтобы быть оставлена. Вся жизнь более или менее достойна спасения. Да, в этом суть. Если бы Логос и Пнёма были здесь, я уверен, что они сказали бы то же самое. Конечно. Так почему ты сопровождаешь того юнца? У тебя есть веская причина, не так ли? Чтобы Альфа мог в какой-то форме управлять этим миром, ему нужно тело, в которое он мог бы вселиться. Верно. Так же, как Занза когда-то жил в тебе, а сестра Мэтью... Что за... Этот ветер. На берегу озера. Я пришла за тобой, Мэти. Давай, пойдем вместе. Нифига себе. Ну, как бы, многие теории, так сказать, только что были, подтвердились, короче. И мы много интересного узнали, да. Ну, короче, идем дальше.
Сохраняемся и погнали. Сразу файта. Ух, первый уровень. Так, на Найл не дают переключаться. Ну, кто бы сомневался. Ты в порядке, Найл? Я в порядке. Что были за твари? Они вызывали у меня ассоциацию с Мёбисами. Это было нечто другое. Мэтью, что случилось? А, Орин, все хорошо, мы в порядке. Это был Мёбис? Не, монстр, которых я никогда раньше не видел. Победив их, они исчезли, словно туман. Не пугай меня так. Я думал, раз ты использовал силу Уробороса, это должен быть Мёбис. Ой, да ладно, это бред. Прошло около 15 лет с тех пор, как мы последний раз сражались с Мёбисами. Да, наверное. Как у нас с эфиром? Сам посмотри. Понятно. Похоже, мы выполнили сегодняшнюю квоту. Ну, пошли? Да. Нэ. Пойдем в новый мир, прочь старые, и еще раз в новом. Найл! Что с тобой? Ты не идешь с нами? Прости, иду. Найл, ранее, что ты там делал? Ты будто витал в облаках. Да не совсем. Мэтью. Что случилось? Это Мэтью? Слушай, нам бы не помешала помощь. Небольшая заминка. Волки, да? Их больше мы ожидали. Ну ничего не поделаешь. Я понял, я иду. Это на острове Дедал, не так ли? Да, спасибо. Дилан, да? Да. Говорит, что у них проблемы с волками. Я собираюсь пойти помочь. Они сильно размножаются. Похож на то. Виноват, Найл. Я догоню тебя позже. Ладно. Пойдем. Новый мир. Прочь старые. И еще раз в новом.
Прошло более 10 лет с тех пор, как Альфа захватил Исток. В этот вечер он намерен наконец-то показать себя? Пока Исток остается в руках Альфы, моя воля не может выйти за его пределами. Полагаю, ты отправляешься в путь еще раз? Меч конца. То, что отрицает судьбу и делает ее суть непостоянной. Как оно попало в руки этого парня? Я вижу, что Исток наполнен волей тех, кто подобны богам. Найл, ты жива? Я так рад. Я был так уверен, что тогда... Я думал, что ты действительно умерла. Это что за наряд? Где ты взяла такой странный наряд? Мэтью, нет. Это не она. Не она? Но это явно Найл. Как ты можешь не узнать ее? А, ну да, конечно. Это же ваша первая встреча, не так ли? Подождите, у меня должна быть фотография. Мэтью, посмотри на меня. Человек, которого ты видишь перед собой, не Найл. Частично это так, но не полностью. Внутри нее... Альфа. А? Ты что такое говоришь, эй? И ты туда же. Да и вообще, кто такой этот Альфа? Я не понимаю. Что ты делаешь? Пойдем скорее. Все ждут. Мэтью. Найл, подожди минутку. Кажется, здесь происходит что-то очень запутанное. Альфа. Альфа в один прекрасный день появился с целью уничтожить этот мир. Я, Рекс и Зет. Мы сражались с Альфой, чтобы защитить этот мир. Сила Альфа не имеет себе равных. Даже объединив все наши силы, мы не смогли победить его. В конце концов, все, что нам удалось, это выиграть еще немного времени. Дабы исправить разочарование от той битвы, Альфа понял, что ему нужно что-то, чтобы усилить свои силы. Аватар. Найл, Аватар. Мэтью. В день падения города ты потерял Найл не потому, что она пропала. В тот день она стала сосудом Альфы. Ну же, эй, и ты туда же. Я ничего не понимаю. Может, хватит выдумывать? Время для объяснений будет позже. Сейчас тебе нужно устроить ей хорошую взбучку. Взбучку? Это просто фигура речи. Если это возможно, мы освободим Найл. А если не сможем? В таком случае, тебе придется готовиться к худшему. Это абсурд! Вы мешаете нашему видению. Найл, скажи, что такого хорошего в этом мире? Все воровство ради собственной выгоды, жадность. Что так важного в мире, где жизнь стоит меньше, чем мусор? Он нам не нужен. Верно? Мэтью. Ты разочаровал меня, Мэтью. Я не думала, что ты встанешь на их сторону. Нет! Я просто... Хватит.
Тогда мы просто пойдем сами. Найл! Прощай, братик. Жесть! Чё-то как-то, да, столько инфы прямо. Кот, Астер, ребят, Виктор, вы как там? Мы видим, я вижу, что Матвея мы уже потеряли. Матвея уже все, мы потеряли. Это называется, мы пошли по сюжету сегодня. Матвей, а его не будет. Ну, как минимум, я его не буду делать. Уже. Некоторые вещи еще в тумане, но теперь все, правда, стало намного яснее. Ну. И это еще не конец, так что да. Как я и говорил, мы получим наконец-то кучу ответов. И вот они. Постепенно. И как же это шикарно, когда многие предположения и, собственно, выводы, которые мы сделали до выхода этого дополнения, и не было 100% подтверждения, подтверждаются. Это Какаши гений, конечно. Астер, ну все равно. Будут ли они? Правда, появляются и новые вопросы, ну ладно. Блин, хорошо, что мы прокачались за 35-го. Господи, ты герой. Так отчитывает Рекса. Вспоминается. Икари. まかせたぞ。やあ。レックス。よっと。ほら。まだ想定内のダメージ。顔色は禁物だ。レックス。もっと。これでどう。まだ想定内のダメージ。深追いは禁物だ。 Ну, вот. Ну, знаешь, кот, тут как бы есть шутки из разряда, что Xenoblade X это на самом деле Xenoblade 10. Мы сейчас вот только третью часть закончим. Потом еще 6 игр, пока доберемся до 10. Конечно, это рофл, но тем не менее.
Ой. Да ты издеваешься? Да приди в себя. Нормальный. Погнали. Блин, слишком много. Блин, могли бы дотянуть и до полляма. Да твою! Да хватит спамить! Пусть противный навык. Но победа все равно за нами. Дождь.
Ублюдок! Это чертовски большая сила, больше, чем раньше, этот аватар. Ее эмоции усилены. Они питаются прямо силой альфы. Найл, прекрати это! Прекрати! Он? Эн, если чистые эмоции — это то, что дает ему силу, ее нужно прервать. Эмоции еще более сильной. Ты не достигнешь такого пика. Альфа, я Эн. Помешаю тебе еще раз. Мой клинок разрубит твою волю. Меч конца. Он собирается использовать его? Ты уверен в этом? Я Найл, ты знаешь. Я разорвал все узы и все сомнения. Исчезли. Вот. Эй, в смысле? Пацаны, вы чё? Ну, на самом деле, Мэтью не стоило тут лезть, но ладно. Найл. Помоги мне. Мэтью. Это снова он. Альфа. Найл. Это конец. Нет! Стой! Это ты. Убить дедушку для тебя было недостаточно? Теперь еще и Найл? Что ты делаешь? Эй! Ты не должен набрасываться на него, Мэтью. Не он является настоящим врагом. Что за чушь ты несешь? Он пытается убить Найл. Он убил дедушку. А ты? Он. Твоя плоть и кровь. Что? Невозможно. Не может быть. И все же, именно этот человек пытался стереть меня. Это он виноват. Найл. Твои эмоции сильные. Сильнее, чем даже мои. Вы думаете, что выиграли немного времени? Даже если это совсем чуть-чуть, этого достаточно, чтобы стереть тебе. Понятно. Тогда я с радостью буду ждать. И тебя, Мэтью. Wow.
What the... Исток? Что он здесь делает? Должно быть, это работа Альфы. И это значит, что у нас не так много времени в запасе. Что? Вечность. Что? Моя награда в обмен на защиту этого мира. Зет обещал мне вечность. Вечное настоящее, в котором я буду жить. Зет? Это глава Мёбиусов? Зачем тебе вообще вечность? Для начала ты, Мёбиус. Ублюдок. Это причина для этого? Я уверен, что ты собираешься их преследовать. И все же я не позволю тебе добраться до них. Прежде чем ты успеешь мешаться, я уничтожу Альфу. Тебе лучше запомнить это. Ты серьезно? И даже Найл? Она тоже твоя плоть и кровь. Мэтью. Давай вернемся на базу и перегруппируемся. Мы расскажем тебе все, что знаем. Конечно. Мне надоело, что меня держит невидение. Пора уже все узнать. Давайте зайдем в командный центр. Там мы сможем спокойно и... все обсудить. Хорошо. Ни хрена себе. Так, ну что ж, сейчас мы все узнаем. Да? Верно. Но не сегодня. Продолжение следует. На этой прекрасной ноте мы закончим на сегодня. И завтра узнаем все.